И всем привет, ребят, с вами Сарванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами будем обозревать новые интересные комбинации с теми устройствами, которые мы уже использовали. И это, возможно, старт даже новой маленькой мини-рубрики в виде самых имбовых комбинаций на сегодняшний день. И сегодня мы будем играть с громом, со сплэш-уроном, с вакуумными снарядами на корпусе Диктатор. Ну и по дрону мы, конечно же, берем Кризиса. Будем пробовать реализовать эту комбину с овердрайвом под критами. Этот гром будет наносить критические выстрелы, а так, на постоянной основе, у этого грома критов нету. То есть шанс крита всего лишь 1%. Соответственно, единственный шанс работы полноценных критических выстрелов с этим устройством — это диктатор, либо же хорек, которые дают возможность играть с критами. Я скажу сразу, что на этой комбинации я уже играл, и она показала себя очень и очень интересно. И я надеюсь, что в рамках этого видеоролика у нас тоже получится дать хороший результат на этой комбине и убедиться в том, что это одна из лучших комбинаций на сегодняшний день. Поэтому давайте приступать. Как всегда, пикаем в быстрый бой. Ну и смотрим, что нам предложит матчмейкинг. В рамках его, я думаю, что мы сегодня сыграем полноценно один бой. Если это будет у нас досрочка, то тогда, возможно, сыграем даже несколько боев. Нас запикивает на Джиггернаут. Не самый лучший режим для этого грома, но отчаиваться не будем. В чем же плюсы диктатора? Как минимум в том, что это не летающий корпус, и за счет сплэш урона от земли, от стенок, от всего прочего, можно эффективно наносить урон по противнику. А с этим громом как раз таки сплэш урон является очень и очень важной вещью. Поэтому я буду надеяться на то, что это будет эффективно работать. И мы будем постоянно сплэшом наносить очень вкусные тычки по противнику. Вот такие вот по 2,5, например, закидываться должны на постоянно. Ой, пятерочка вкусная. Ну вот примерно так, короче, мы будем сегодня играть. И главное, это, конечно же, попадать. Попадать противнику от стен, от всего чего, чтобы этот урончик вкусный залетал. Так, если что, мы еще можем поменять резисты в рамках этого боя. Я думаю, что это сделать можно будет. Но если только в этом будет прям жесткая необходимость. Если в этом жесткой необходимости не будет, то я думаю, что мы ничего менять не будем. Так, выстрел. Хорошо, 2-300 от стены. Так, ну и также будем стараться сливать вражеского джаггера. Будем стараться в него тоже пушить. Если у нас будет, конечно, появляться на это возможности. На джаггере играют молодой человек, которого я знаю. Поэтому надеемся на то, что сейчас наши тиммейты тоже будут под джаггера открываться. Ну, конечно, джаггер, наверное, не лучший режим для реализации этого грома, потому что здесь надо больше акцентировать внимание на уничтожение обычных танков, а джаггер — это все-таки вещь, которая будет контролить вас, мешать вам и не давать реализовать ту самую важную составляющую этого сочетания. Но ладно, что запикало, то запикало, уже как бы менять не буду ничего, перезаходить не буду, буду просто стараться делать максимум на этом громе. Ну, с плюшом, когда по пятерке залетает, конечно, очень жестко. 3000 урона. Так, ну и сейчас у меня появляется овердрайв. По сути, с овердрайва тоже у нас может очень некисло залетать. Поэтому давайте... Ай, блин, зачем я соло обжимал овер? 3000 урона. Здесь, кстати, сплэш... Ой, блин, зачем я в упор подъехал? Боже, какие-то глупые мувы. Здесь сплэш уроном криты залетают только при максимально маленьком расстоянии. Соответственно, под критами диктатора вы можете полноценно кидать урон уже прямо в цель, прямо в танк. И в этом нет ничего плохого. Ну, либо же стараетесь прям в упорчик вкидать от сплэша. Но я не думаю, что там будет сильно меняться
количество урона, да, то есть по сути вы можете просто прямо в цель, прямо в танк кидать, и тоже будет неплохо. Ну, конечно, самое эффективное — это сплэш от стенок, от всяких разных. Оно работает супер круто и супер эффективно. 14 киллов у нас пока что в рамках этого боя. Наверное, если учитывать тот факт, что это джиггернаут, это не самый плохой результат. Но если акцентировать внимание на том, что мы еще и проигрываем бой, то это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. Так, с плэшом залетела неплохая тычка. Были бы у нас тиммейты, которые, например, бы тоже пытались выпушивать джаггера вражеского, было бы неплохо. Потому что реза, например, у этого джиггернаута нету от меня. И можно было бы в теории неплохо так кидать на постоянной основе. Ну, либо же, чтобы наш викинг какой-нибудь прожал оверку. Потому что у викингов, я смотрю, оверки есть. И это можно было бы реализовать. Правда, сейчас джаггер уже под купол лезет. И будет пытаться сейвиться. Так, раздался. У нас овердрайв на дикопулике. Но его контролят. Это хорошо. Очень еще тяжело на этом диктаторе, когда противник начинает сближаться с вами. Вы сплэш уроном по себе наносите тоже очень большое количество урона. Потому что если сплэш работает как x полтора урона, да, то и по вам эти x полтора урона тоже работают. Да, то есть если вы думаете, что x полтора работает только по противнику, если там вы откидываете урон по стенкам, либо еще почему-то, то по вам он работает точно по такой же самой схеме. И поэтому в моменте вы по себе можете нанести очень большое количество урона. Прям безумно большое. Поэтому здесь тоже надо чуть более аккуратно двигаться, чуть аккуратнее накидывать урон. Так, мне дают джаггера, но это, наверное, не то, что я хотел бы получить в рамках такой катки. Но давайте почистим зону. Бомбочка ничего здесь не сделает, по идее. Так, и вот сейчас я бы уже бы хотел бы запушить вражеского джаггера. Потому что, ну, на самой джаге мне играть нету смысла особо никакого. Если мы тестируем уже вооружение. Поэтому я просто пытаюсь быстро выпушить. Если сольем одного вот этого джаггера, то уже будет неплохо. Если сольем и чуть поживем, то будет еще шикарней. Так, сводочка первая полетела. Ой, Хантер с овердрайвом. Но мне очень много уже накидали. Ой-ой, викинг, хороший тайминг. Хорош, четко. Одного джаггера забрали. Так, ну и меня тоже здесь забрали. Неплохо, пойдет. Главное, что джаггера слили. Хоть даже это сделал и не я. Но то, что тайминг выигран был и по итогу мы его слили, это уже неплохо. Так, было бы сейчас хорошо, если бы я бы быстренько получил бы процент овердрайва и забрал бы овер. Но ладно, оставляем под тиммейта. Тоже не самое плохое решение. Диктатор вжимается вперед, потому что играет на подрывничке. И раздаем криты, чтобы можно было бы нанести урон. По 1000 всего лишь. По резу 1000 урона. Блин, ну это маловато. Полторушка. Скрита. Но диктатор очень удобен. Максимально удобен для реализации громад стенок. А криты и овердрайв, который дает дополнительные очки, я бы сказал, это просто как бонус этому вооружению. А вообще любой корпус, который у нас не ховер-танк, да, он супер круто сочетается с этим громом. Поэтому, по сути, даже то, что с этих критов там не наносится максимально большого урона и от стенок вы в теории можете накидать больше, это все равно хорошая реализация диктатора. Хоть мне, конечно, казалось, что там стычки будет вылетать побольше урона. Но ладно. Так, опять меня этот диктатор пушит. Надоедливый какой-то диктатор. 30 киллов у нас и полбоя еще до конца. Надеюсь, что мы выиграем эту катку. Уже 3-3. Начинается контентик. Так, по диктатору. Хорошо. Залетает. Джаггер респится на своем спауне. Блин, не попал. Туда, куда хотел, вот сейчас попадаю. Еще одна стеночка. И от этой стеночки уже тоже не залетает.
А вот от этой? Хорошо. 2600 по второму. Отлично. 2000 добиваем. Так, трубчик. Трубчик, трубчик, трубчик. Так, васпик. Угу, не открывается. Пытается аккуратно сыграть. Ну, мы его, конечно, все равно достанем. Два танка рядом с плэшом. Сливаем одного. Титан прожимает купол, и Джаггер уходит в очередной раз на респ. Хорошая игра. Я могу сказать, хорошая. Очень хорошо идем пока что в рамках этого боя. Так, у меня появляется овер, который было бы неплохо раздать. Конечно, раздаем на тиммейта. Отлично. Купол должен, по идее, сейчас уже пропадать. Отлично, пропадает с плэшом. По 1200 с ДАшки. Ну и реализация в таком виде, я считаю, что очень неплохо. Очень неплохо. Если часто прожимать еще эти оверки, то это может быть вообще максимально эффективно. 2300. Блин, ну какие сочные цифры, конечно, летят от стен. Это прям вообще безумно. Это прям вообще безумно. Единственное, только на такой карте не так просто найти идеальную позицию для такого комбинейшена. Но в целом, даже здесь, вот здесь вот с правой зоны, стоять можно. И кидать вот эти безумные жесткие тычки от стенок по 5000. Это прям выглядит очень серьезно. Очень серьезно выглядит. Блин. Качнул чуть-чуть не туда. Здесь уже прямое попадание. 900. От стены 1700 по резу. Отлично. Великолепно залетает. 2300 добиваем Джаггера. 850 очков уже. 10 минут прошло у нас боя. Еще 5 минут имеется. Возможно, получится сейчас еще покидать, если у нас быстро Джаггеры вражеские не сольются. Блин, ну они сливаются. Все, без шансов. Просто без шансов. Просто без шансов. Улетают. Улетают бесшансово. Так, ну мне здесь можно прямым даже слить. Там ничего серьезного. У меня есть овердрайв, который было бы неплохо реализовать куда-то. Лаг сервера небольшой. Так. По 900 урона. Отлично. Открывается как раз под ту стенку, под которую мне выгодно, чтобы открылся. Ой, хорошо, с плэшом. Ай, хорошо, по 3000. Ай, вкусно. И... выпушивают вражеского Джаггера. И победка. 11 минут, 8000 кри. 900 очков. Я хочу сыграть еще одну катку. Очень сильно. И я хочу сыграть ее в ТДМке. Мне очень интересно посмотреть, что покажет ТДМка с этим вооружением. У меня есть ощущение, что будет безумно жесткий результат. Прям вообще безумнейший. И сейчас мы в этом убедимся. Так ли это на самом деле? Или я не прав? Даже было бы неплохо, если бы у нас у противника было определенное количество резистов. Ну, в принципе, такая катка пойдет. Как раз мы еще и проигрываем в 10 киллов. Будем пробовать реализовывать свою комбинацию. И кидать, конечно, как можно больше тычек от стенок флешом. Так, овердрайв на центре. Борьба у противника за овер. Отлично, сбриваем одного. Прожимается шарик. Ну и мы не уносим. Будем пытаться камбэкать этот бой. Занимать более четкие позиции. Главное, чтобы как можно больше стенок было. 5000 урона сейчас от стены залетает молодому. Добавочка тоже вкусная. Пещеночка еще. И от противничка. Хорошо. Есть контактичек. Здесь можно прям по трупу. Но от трупа почему-то не залетело. От тиммейта залетает вкусно 2900. Так. Ну и здесь много аресов против. Много аресов. Много аресиков. От холмика. Холмика по диктатору не попал. Так, что у них там по пушкам? Рикошет, рикошет, рикошет. Магнум, магнум. Хорошо. И гром там видел. Грома мы 100% выставляем. Вот от магнума. Резистик возьмем. Так, мамонт пытается сейвиться. Отлично, с плэшом 1800 накидываем. Он уходит на респ. Паречек ваншотный. Ну и нам вообще желательно запушить какую-то зону.
и попытаться уже от запушенной зоны покидать урон. Диктатор. Блин, как бы его бы открыть так? Хорошо, 700 пойдет. Отлично, 1200 от домика залетело. Так, хорошо, 2800 залетает. Арес под стенкой. Сейчас мы его с плышом тоже попробуем набрить. 700. 700. А, это с ДАшкой, да, 700, я так понимаю. 700 с ДАшкой. 900 с ДД. Блин, от домика от того не отлетело. Проигрываем пока что катку. Пока что проигрываем. Ну и шансов, наверное, пока не выглядит, что много. Пока что не выглядит, что много у нас здесь шансов. Но будем стараться. Будем пробовать реализовывать свою торпеду. 2800 от стены. 1000 добавка. Овердрайв, раздачка. 2700. 600. Полторы. Полторы критами. Крафт. Кстати, вот на дальность тушивать. Это неплохой вариант. Тушивать на дальность в том случае, когда противник... Ой, вернее, не противник, а когда у меня есть крит. Рабочая тема, наверное. Так, но мы по киллам до сих пор все так же плохо держимся. Ничего у нас, по сути, не меняется по киллам. Ну как-то надо камбэкать, как-то надо камбэкать. Я все равно верю, что эту можно катку камбэчнуть. Можно, можно. Нужно только постараться. Сделать максимум. Сделать максималочку. Сплэшом от стенки. Еще. От пола. Три противника в одной зоне. Два остается. По двум сплэш вкусный залетает. Набрить викинга. В землю. Не получилось. В землю. Отлично. Две с половой от земли. Вообще шикарный урон. От стенки. Хорошо. 1700. Шар летит. Блин, меня цепляет. Думал, не зацепит. Так, от стеночки. Не попал. 12 киллов пока что. Ну, такая тяжелая катка. Тяжелая, тяжелая. Не в простую катку меня закинуло. Но и тем интересен этот бой. Тем интереснее посмотреть вообще на работу грома в непростых условиях. Если у грома сплэш залетает вкусный. Ой, не у грома, а у гаусса. Блин, попасть бы по стене. Отлично, две с половой дал. Должны добивать. А, без аптечки. А, там на спасателей тип играет. 20 киллов отрыва. Плохо, 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 плохо. 20 киллов это очень много. А в рамках такой ТДМки это очень многовато. Еще и рикошет у нас где-то на базе остался. Меня сбривает. У нас у первого 520 очков. А, ну он на шифте с лечением, я понял. Я думал, что он киллы дает. Так на команду играет, старается. А на деле он просто играет на свой опыт и на свои очки. Ладно, две с половой. И еще две с половой, хорошо. Пробуем. Блин, шафт прожимает овердрайв. Так, ну что, 8 минуток есть. По идее... шансов на победу у нас уже нету. Единственное, что у нас здесь остается, это... это возможность реализации своей комбинации до конца. И мы будем это пробовать делать. Будем пробовать, будем пробовать. Будем пробовать докатывать до конца и зарабатывать как можно больше здесь очков. Потому что, по сути, даже если мы катку проигрываем, то коэффициент, который мы получаем в матчмейкинговой катке, он все равно очень хороший. Даже за проигрыш. Если это была бы пробита, то коэффициент бы очень сильно чувствовался. Ну, в рамках матчмейкинга нету прям такой колоссальной разницы. Ну, по 1100 по резу 50%. Плюс он еще, я так понимаю, играет с защитником. Ну, это хороший результат. 21 килл у нас. Ну, тяжело. Тяжело, конечно. ТДМ-ки, когда... команда особо никак не конкурирует с противником. Здесь уже хоть вы и даете киллы и реализуете свою комбинацию, все равно в моменте очень и очень тяжело.
и нету большой зоны для пуша противничка. Поэтому здесь вдвойне неприятно. Но все равно, что касаемо этого вооружения, оно просто безупречно. Мне очень нравится идея реализации этой комбины именно с диктатором, потому что настолько высокий корпус дает очень большое количество возможностей качественного сплэша от всяких ограждений, стенок, даже земли, да, то есть даже от земли очень четко можно накидывать крутой сплэш-урон. И это, конечно, не может не радовать. Просто к этому надо чуть больше привыкнуть, да, что ты всегда должен акцентировать свое внимание на стенке, да, то есть ты должен всегда кидать урон как-то больше от ограждений, и тогда твоя реализация с этим устройством будет еще жестче, еще актуальней и еще интереснее. Но даже с учетом такой катки, при том, что я еще запикался не в самое начало, я считаю, что он себя реализовал. Двоечку дали УП даже против неплохой команды. Это очень и очень достойно. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Интересно вам была бы рубрика, ну, не рубрика, но мини такая темочка с самыми имбовыми вооружениями и устройствами, комбинациями, которые есть на сегодняшний день. Если да, давайте поддержим данный видос лайком. Двухсоточку наберем. Ну и я постараюсь в ближайшее время сразу записать видос уже с другой интересной комбинацией и попробовать показать на ней тоже максимум. Так что поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег — это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.